второй час сидим, решаем домашние задания. И когда это закончится, неизвестно. Все переписываем, что понимаем, что не понимаем. Она мне сейчас написала. Ну что, город у тебя увеличивается? Да. За твои старания, учения. Мама тебе купила какую новую-то? Новую отращи. Ниватори. А, ниватори. Разверни и покажи, как яичко там у тебя падает. Это потому что ты учишься, хорошо? Да. Вон они, уточки какие маленькие. Вот они, уточки, кря-кря-кря. А где у них тамаго, яичко? А как падает яичко? Разверни сюда, к камере поближе. Так, вот это надо открыть. Потянуть. О, яичко упало. Вот развлекушка для детей. Мяу, сейчас кушать будем. Окей. Матушка, здравствуй. Мы сейчас глянь, что будем есть-то. Ой, это что же он купил пиццу? Да, Сато-сан пиццу купил. Говорит, Леночка, ты устал с работы? Не хочу тебя, чтобы ты работал много. И так в огороде вся-то упахалась. Вышел огород-то видео, нет еще? Да, вышла. Ну, смотри. Любит он тебя очень. Очень. Все, сейчас вон салат у меня есть, картошечку пожарила, сейчас будем. Ну ты что, хочешь меня отключить? Нет, я отключу сейчас видео, с тобой посижу, там Сато пока фильм свой смотрит 8 часов. С тобой сейчас посижу. Мир, что хочешь сказать? Ну я мир люблю. Любишь мир-то? Да. Ну ты хочешь видео посмотреть, да, мое? Да, я уже... А, ну давай смотри. Видела? Просмотрела? Просмотрела, понравилось. Видела, гнилоид все. Ой, Лен, ну куда деваться? У вас дожди, у вас сырей. Да мне покупать жалко новые доски. Может, переедем через некоторое время. Конечно, старики-то уже старые. Может, и переедете. Да, и что покупать? Вот пока... Простоит, а там раз поломал их и выбросил эти доски. Видел зелененькое, это какое у меня прям все смотришь, растет ну, все прям. Прет, свекла прет, и укроп у тебя там. Да. И эти горох, и ой. А какие уж помидоры большие, я не думала, что ты их подвязываешь. Ну это покупные, я большие купила. Я поняла. Там, ты прям везде. Между двух пицц такая красивая, я тебя снимаю. Да? Ага. Это сейчас он купил две пиццы, это из чего? Лен, вот ты пошла работать, мне кажется, и собак нету. Меньше тратится на собак, то и памперс покупать. А жратвы, вы отборными их кормили, ты мясом и все. У него, видать, вот он... Дебет с кредитом сверяет, у него, видать, денежки в плюсе сейчас. Я смотрю, он сырую рыбу покупает от Саши. Мам, не, это я потому что работаю. Я прихожу, он видит. Вот я и говорю. Я прихожу, я начинаю убираться, я начинаю посуду мыть. Он видит, что я и так устала, но еще и по дому делаю. И он, чтобы как-то помочь мне, говорит... Ну что, Лен, мы же готовы что купить, ты готовить не будешь. Я говорю, ну давай. А дебет с кредитом? Нет, мам, у нас два сына. И если они в институты не пойдут, то они нахрен японским бабам не нужны будут. А чтоб в институты, там миллионы нужны. И он во всем урезает. Ты думаешь, эти пиццы он за полную цену купил? 50% скидки вечером сгонял? И купил. Ты думаешь, они цены настоящие? Нет, и Саша ими так же. И у нас как разговор идет? Ну, если будет скидки, купи. В
вкусненькое что-нибудь. Вот он и покупает вкусненькое. Но мы сегодня 2 дня. Это школа. Школа. Она задрала нас всех. Мучки какие-то. Ой, завтра отдавать. Чё, вот он написал за неделю. И опять новое получать. Современная страна, вот я хочу сказать. Современная страна. И не может по скайпу общение делать с детьми. Да это они много задали. Они 2 месяца ничего не задавали. А вот это взялись. И математика, и иероглифы, и какие-то картины надо писать. Вот, задали. Нарисуйте. С неодушевленного предмета сделайте одушевленный, как будто он ваш друг, и нарисуйте картину, как вы с этим другом, блядь, играете. Этот седой, пока объяснял сыну, сын, охеревший от этого задания, нарисовал велосипед, ну, нравится его друг, и посадил себя на этот велосипед. Этот седой пришел, папаня, говорит, какого хера ты посадил себя? Он твой друг, ты с ним должен в мяч, блядь, играть. Этот в слезы, я в мяч не хочу с велосипедом играть. Я пришла, ротяк разинула. Вы что, издеваетесь над сыном? Да провались, это говорю, всю пропадом. Побрехали с седым, который, когда я на работе преподавал 5 часов, у него уже волосы дыбом от этого задания школьного. Все мы перебрехались. Иска выскочил в огород, говорит, в дом, блядь, не зайду. Вот такие домашние задания. Так и сказал, блядь, не зайду. Нет, в дом, говорит, не зайду. Чего? Тяжелая. У пап спроси, через сколько... Подожди, мам, у пап спроси, через сколько мы кушать будем. Образование у японцев, я хочу сказать, очень хорошее. Мне нравятся учебники, созданы учебники интересно. Я говорю, когда есть будем, фильм глядит, пускай мама выбирает. Вот как я ему скажу, вставай от любимого фильма, иди есть. Без уважения. А то не джипун, маттеру ее. Ну а то не джипуншка она, маттеру ее. Ждем, пока папа фильм насмотрится, еще 20 минут. Бурчит в животе, не знаю. В 9 часов ел утра на работе и перекусил печенюшками 2. Вот сижу и каю, в 9 нажру сейчас. Завтра в школу за новыми домашними заданиями. А эти сдаете? Да? А эти сдадим. Перекрестим их и плюнем. Так что вы им кока-колу купили? Заказали, ага. Мы будем пить с кока-колой. Вот так. Ну раз в полгода можно. Да. Папа, иди. Они не каждый день пьют. Они. Ну как у сына, я понимаю. Красивый. Ну ладно, ешь обязательно. Вот это. Все, ма, сейчас кетчуп дам. И тогда кимас, да. И тогда... Чома! Мода. И тогда кимас. Сейчас к себе в картошку пиво нальем. Семья алкоголиков. Как не сниму, так компай у нас. Скажем, бля, каждый день пьют, сидят. И детей приучают компаить. Итадакимас. Итадакимас, мон, нам кайста. Хорошо в семье, не мир. А почему после трудового дня не выпить пиво? Не. Может, скиджанай, куры, мама не уйтойте, не? Скиджанай. Ну, уйтойте. Дагестан, Грузия, Чечня, все употребляют. Дерьмо. Чтобы до 100 лет.
Может, ски джанай куре тору я тому рокоши? Ски! Ски? Джа, мото и пай тору? Кону мама дей? Ну все, мать тоже будет есть. У матери слюна в 9 часов только ела. Папа, на работе. Выключаю, мать. Привет, идем в школу отдавать. Еще куда и домашние задания. Глянь, папка какая. Толстенная папка с домашними заданиями на неделю. Все посидели родители. Заскребала. И сейчас будем получать новую. На эту неделю. Ужас. Ужас. Не учились 2 месяца. Сенсей проснулись. Задавать начали. Теперь мои книги купленные какие. Все. Как бы с этим справиться? Сюда переходим. Подходим к школе. Наблюдаем пенсионеров, которые убираются. Молодцы. Школа. Дес. В школе мы навряд ли увидим кого. Там будут сенсеи стоять за пленкой. Мы отдадим документы молча и получим новые для работы дома. Иса, пойдем. Ручки сразу побрызгай. Вот, все за пленкой у них там, видите? Сколько? 1, 2, 3, 4. 4 отдела за окном. Хайо гозаймас. Брызгайте. Маме тоже побрызгай. Так, и другую ручку. Так, возьми документы. На, документ бери. Нанди. Мама, има нанди. Мадахаяй? Мадахаяй деска? Дайджобу. Саннен. Иди. Хайо гозаймас. プテラのドンダ。あなたの先生誰？まだわからない？わかってる。誰？見せて。これさっき渡したの人？違う。そっちは3年の2組。3の1だもん。А, давай, сумочку. Сегодня у меня есть отпуск. Или еще не пришел? Шими ты. Шими ты. Шимара. Все, пойдемте. Вот как мы быстро управились. Поняли? Все. Ты его мутер, ты? Да. Все. Ле-ле-ле-ле. Говорит, мам, ты снимаешь скрытой камерой? Я говорю, да. Ну не надо, трясти. Все, выключаем.